тетиного дома рядом. Вот такая ветла. Вот такая огромная высота. Володя тут орудует. Сейчас цеплять вот этот вот. Какой? Да. Какой цеплять? Вот этот? Да. А этот? Ну этот тоже. А этот тянул, чтобы он туда тянул. Туда. Подавай ему крючок. Так. Подай Никите машинку. Ты не путай, возьми один крючок, подай. Зачем ему спутал-то? Он же сам берет, не кидай же ее. Так, сейчас потянешь туда, прямо туда, вон. Чтобы на провода не упало. Какой? Вот этот? Залазь, Володя, насколько можно выше. Горячий. Мне бы лестницу сюда, что ли, я не знаю. Лестницу, если поставить бы тебе туда, поставь. Ты поставишь тут, наверху прямо. Сейчас. Да. Это мы сегодня сделали лестницу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай. Сам стоит на дереве, тащит такую лестницу из нового, она тяжеленная такая, опускай ее вниз, вот так, в развилку. Ну а теперь уже тебе там помощников нет. Устанавливаю ровно. Установи так, чтобы она не двигалась. Володя, мне кажется, тебе надо дальше сюда перенести ее, в центр тяжести. Сейчас. Володя, основание, думаю, подтянуть сюда надо поближе. Нет? Не-не-не, нормально. Пойдет. Легко накачается. Падать тебе некуда. Совета даже не могу дать, куда легче упасть. Никита, подойди, короче, держи с этой стороны. Брось веревку-то держать. Луку держи с той стороны, упри. Чего ты стоишь бейсбольный такой? Подойди с этой стороны. Вот сюда, ко мне. Ну туда, не лезь туда, с той стороны. Через решетку. Подведи его за руку, он не знает. Вот сюда вот ко мне. Упрись вот в эту луку и держи. Не давай сдвигаться. Глянь кверху, куда не надо. Чтобы ни туда, ни сюда не пошла. Поверху гляди.
Не, я ж снизу держу, я тебя сверху не держу там. А то Алексей. Съемка. Пеньки вырубай там. Работают мужики, дом строят. Такой деревянный, крышу уже сделали наполовину. Ты туда крючок забрось вокруг-то, брось крючок, намотай веревку-то на руку, туда брось как лассо, рядом же. И она опустится. В общем так, хватаю здесь за это место. Потяни ему, куда веревку тянуть-то? Она вырвется так, неправильно, Володя. Крючок переверни. Ему тянуть туда, смотри, куда тянуть. Прямо вон туда, на Алексея. Дальше крючок протягивай. Вот так, теперь на стене снова. Все. Сейчас спустись. Теперь давай снимай это все. Лестницу. Крепко держись. Никита, помоги ему снять. Ты можешь там оттуда лестницу установить. Нет, лучше отсюда. Отсюда, отсюда лучше. Перекинь ее сюда. У нее наклон больше туда. Не, лучше сюда, ко мне. Давай. Куда тебе подать-то ее? Сейчас ему через оградку подашь. Не прыгай только, держись за ветки или за что. А, тут проход у него, Никита, бери. Вот, устанавливаю. Покуда тебе лучше установить-то? Посмотри, может сзади, с той стороны? Где? Нет, ладно, ладно, отсюда. Вот так. Все, Никита, тащи веревку. Подай ему машинку. Иди прямо на дерево, на это вот, которое есть. Вот сюда вот. Прямо на дерево тащи. Ну все, подпиливай ее и... Подпиливай. Отсюда подпили сначала. Мне же это валить? Да, конечно. Как его отсюда подпилить? Там, где он сучок, на этой высоте сделай.
пускай порвет провод. Слава тебе, Господи. Не порвало провод. Вообще удивительно даже. Расчет был то, что достанет. Ну, может, порвало, не заметили. Теперь там по частям ее иди долби. Все, лестницу, это, веревку снимай. Ничего себе. Веревку снимай, сейчас вот эту сразу же отверни. Не уходи, Володя. Веревку ему скорее подай. Так, без паники. Да-да. Подавай. Володя, зацепи вот за этот вот. За крюк. Вот это вот это, которое сюда. Подальше, потому что очень низко, если бы вверху, Никита мог бы тащить. Вот сколько достанешь, так и зацепи его. Чтобы она по крыше не ударила. Он туда тянуть будет, да? Да, конечно, тянуть будет напротив. Маленько хотя бы повыше до сучка вон зацепи. Во, во. Там вверху сычок, там он есть. Надо повыше прямо зацепить. Когда вот этот повалим сейчас, тогда то отвалит, а тут не надо тянуть. Володя, снизу крючок надо. Крючок, переверни у веревки книзу. Какую-то веревку натяни. Ну ладно, тяни, тяни. Все, все, натягивай. Тяни вон туда. Вон туда. Иди, иди, уходи. Подождите. Сейчас перекинет. А что же? Он перекинет сейчас. Я же не перекинет. А что ты делаешь? Я не перекину, должен натянуть и через эту ветку передать мне. Веревку-то перетяни как ему. Как я перекину? Через верх, что ли? Я переберу сейчас веревку. Да можно было и так перетянуть. Вот Никита святый посадил. Раз, два, три, четыре колеса и три. И там хрен вырос у меня. Там что ты посадил хрен? Да сам вылез. Вот это да, корешок попал, и да, смотри. Вот это да. Хрен сам. У нас тут у Павла весь огород, я его так и зову, из хрена, и состоит самый хреновый огород. Давай. Я тут инструмент убираю. Мало ли что, куда пойдет. Никита тянет веревку.
Сейчас зацепи, Володя, еще один раз. Вон этот. Туда, чтобы потащил. Веревку. Сейчас я отцеплю. Это вообще здорово получилось. Спал, главное, не на забор, а прямо конкретно на пол. Ну, вот это вот не годится. Начни цеплять, не зацепится. А здесь за какую-то простую молодую поросль зацепился, и уже не вытащишь. В другой раз так завернется. На, Володя. Зацепил он за ту, которая отошла. А он ее туда потащит. Вон туда, к столбу тащи. Вот это? Значит, это? Да, это. Это зацепляй. Никита, знаешь что, вон туда сверни. Подальше. Если она на крышу грохнется, то ты, Володя, надпили ее там треугольником. Она оказалась более опасной, чем я думал. Сейчас подтягивать будешь. Знаешь, я не знаю, Володя, слышь, всю целиком может не пилить, вот эту только отпилить и все. Какую? Вот эту, который привязал. Ну, я его и был бы. А я думал, что ты всю будешь. Нет, опасно. Опасно очень даже. Давай. Не торопись только. Ну, по-моему, ей ему некуда падать больше. Она по телеге грохнется, по старой. Ты старайся только, Никита, не балуйся. Тащи на полную мощь. Не зевай, в носу не ковыряйся. Да, вот этот скачок.
Высший класс. И главное, упала-то она на эту вот, которая железнодорожа-то, и не порвала даже сетку. Да. Вообще так нельзя сделать. Господь сделал. Это благодать Божья нам спасла жизнь. А потихонечку слазь. Слазь, сынок, потихоньку. Ну, братва, теперь на полу-то мы сможем. Давай. Пошли скорее на ту сторону, бери обмундирование свое. Туда. Сила тяжести перешла туда. А лестницу можешь вот сюда вдоль поставить пока ее. Чтобы она не гнила. Вот это да. Вот Никите показываю. Неправильно прибитая это. Неправильно укосин, он уже знал. И когда открывать, она не дает открывать эти... Поперечинкой уперлись. Он уже знает, и я ему говорил, стал, он все перечислил, кроме одного. Ну и петли кособока все. То есть 4 ошибки на воротах. А почему говорим? Да что другие не делали. Так, пошли! Тащи веревку сюда. Никита делает так же, как я. А вот у нас березка одна, не захотела на территории быть, чтобы не занимать. Вот так вот изогнулась. Вот насколько в стороне ушла? Ну, больше 2 метров, наверное. Корень там, на территории Никитиной. А потом вот в сторону и ушла. Вот еще деревья-то какие у нас тут. Вот она как это... Как я показываю, как вертикаль. Дальше она вот она как поднимается. Гляди, не захотела там быть дерево-то, чтобы не занимать место. Вообще. Ну, правда, это заслуга Павла как бы была. Так. Сегодня баня будет, Анна Тихонович? Сейчас будет. Будет тебе. Баня хорошая будет. Вот раз не бей. Ветки надо сюда. Ну что, я там еще не доделал работу. Не надо сюда. Ветки помоги убрать с дороги. Видишь какой? Я не дошел. Сразу пили его. Это возле Никитина дома. Маленькие, смотри, везде залезет.
как дело подвигается. Вот что осталось теперь от того дерева, которое угрожало. Вот это что лежит, оторвалось, это сантиметров 25 диаметра.